История тихого городка Silent Hill началась в феврале 99 года. Именно тогда доживающая последние дни игровая консоль PlayStation увидела одну из лучших своих игр. Konami, как одна из крупнейших японских компаний, не могла смотреть на одиночное царствование серии Resident Evil в весьма прибыльной нише жанра ужасов. И уже первый ход в реку оказался удачным. Silent Hill стал живой классикой жанра и обрел массу почитателей во всем мире. Общие продажи первых трех частей превысили 4 миллиона копий. Сейчас на прилавках находится уже четвертая часть сериала, и мы решили вспомнить всю историю городка Silent Hill. К созданию второй части в Konami подошли еще более серьезно. У игры была большая аудитория, и проект изначально преподносился как культовый. По уровню внимания, бюджета и раскрутки проект уступал лишь новым приключениям небритого Солида Снейка. Команду разработчиков из токийского отделения компании выделили в отдельное подразделение Team Silent и предоставили им все, чего они только могли пожелать. В течение 2 лет 50 человек трудились над проектом. Первые кадры из игры продемонстрировали на Tokyo Game Show осенью 2000 года. И несмотря на то, что Silent Hill традиционно оставался в тени главного сериала компании Metal Gear Solid, произвести приятное впечатление у него получилось. Все-таки это был один из первых проектов нового поколения для приставки PlayStation 2. Тогда такой уровень графики казался чуть ли не кинематографическим, а блистательно анимированные персонажи — живыми. Но Silent Hill 2 не стал первым сиквелом к оригинальной истории. В марте 2001 года на портативной приставке Game Boy Advance вышла текстовая адвенчура Silent Hill Play Novel. Довольно простая текстовая игра с иллюстрациями рассказывала историю первой части Silent Hill с небольшими дополнениями. К Play Novel можно было скачать несколько сценариев за Шерил, мальчика, который был в нее влюблен, и полицейскую Сибил Беннет. Все они, конечно, проясняли картину. Вторая часть Silent Hill появилась несколькими месяцами позже, в сентябре 2001 года, и в итоге разошлась тиражом в 1 100 000 копий. На тот момент чуть ли не каждый четвертый владелец приставки имел игру у себя дома. Как и к любому культовому проекту, в премьере Silent Hill были выпущены всяческие безделушки, фигурки персонажей, майки и даже фирменные куртки. Европейский релиз игры подчеркнул особое отношение к Silent Hill 2. Красиво оформленная коробка содержала дополнительный DVD-диск с фильмом о создании проекта и стикеры 4 видов. Вообще, вторая часть Silent Hill, несомненно, является символом и эталоном всего сериала. Когда мы говорим о великолепии и гениальности сюжета, мы в первую очередь имеем в виду великолепие и гениальность сюжета Silent Hill 2. Когда речь заходит о проработанных персонажах, это в первую очередь персонажи Silent Hill 2. Каждая новая игра серии теперь обречена на сравнение со второй частью. Это тот великолепный образец игрового искусства, который многие запомнят навсегда. Вместе с Silent Hill 2 по-настоящему зажглась и звезда Акиры Ямаока. Несомненно, одного из талантливейших композиторов в игровой индустрии. По мнению некоторых, ему удалось написать один из лучших саундтреков в истории игр. Красивые гитарные партии, атмосферный нойз, красивая электроника, психоделические мотивы, великолепная фортепиано и проникающая в самую душу скрипичные партии. Все это сливалось в самых необычных сочетаниях. По атмосфере игра кардинально отличалась от первой части, передавая игроку совершенно иные ощущения и страхи. Одно из фирменных изобретений, ставший отличительным знаком серии эффект нойза, то есть шума, применяемого к картинке. Благодаря ему атмосферность происходящего многократно увеличивалась. Сюжет Silent Hill 2 практически никак не связан с первой частью игры. Уже прошло 3 года, как у Джеймса Сандерленда от тяжелой болезни скончалась жена Мэри. С тех пор он не находит в себе места. Но вдруг Джеймсу приходит письмо с того света. Мэри приглашает его в городок Silent Hill, где они некогда прекрасно проводили время. Приехав на место, Джеймс становится свидетелем необъяснимых событий. Он встречает Марию, девушку внешне очень похожую на Мэри, но по характеру полностью противоположную ей.
Другие персонажи не менее загадочны. Анжела ищет мать, которая, скорее всего, умерла, и проклинает отца. Эдди добрый малый, но страдает немотивированными всплесками агрессии. От всего у Джеймса голова идет кругом. Сюжет Silent Hill 2 самый взрослый, душевный и загадочный во всей серии. Это трагическая история любви в атмосфере страха и ужаса. В конце игры Джеймс осознает страшную правду. Это он убил Мэри 3 года тому назад, не в силах смотреть на ее мучения. С выходом второй части сериал стал по-настоящему культовым. В начале 2002 года игру выпустили на Xbox с дополнительным сценарием за Марию, а спустя некоторое время портировали и на PC, где она также обрела огромную популярность. Разработка Silent Hill 3 началась сразу же после релиза второй части. Переплюнуть Silent Hill 2 было сложно, да никто и не собирался этим заниматься. Как и большинство японских разработчиков, Team Silent предпочитали в сиквелах максимально отдаляться от предыдущих работ. Команда решила сделать прямое продолжение первой части игры, но сделать это неочевидно. Главным героем впервые стала девушка. Безлюдная улица наполнила совершенно другая атмосфера, с совсем другим пониманием страха. А игрок вначале даже и не подозревал, что играет в сиквел оригинального Silent Hill. Сюжет игры рассказывает о 17-летней девушке Хизер. Всю жизнь ей снились кошмары, которые она не могла понять. Она хотела узнать правду о своей семье. И вот настает ее 17-й день рождения, и она отправляется за покупками в магазин. В супермаркете ее встречает частный детектив Дуглас Картланд, который, по его собственным словам, знает ответы на интересующие Хизер вопросы. Но она предпочитает убежать от назойливого старика. Так девушка попадает в альтернативный мир, где и начинаются настоящие кошмары. Добравшись домой, Хизер обнаруживает своего отца Гарри Мейсона мертвым. Убийца находится неподалеку. Прошедшие 17 лет Куль развивал